Тамбове начали снимать кино. И так получилось, что моя дочка участвовала в этом процессе. Родители на съемочную площадку не пустили, и я смотрела за тем, что происходит, по онлайн-камерам. Видно, конечно, было не очень, но все равно мне стало интересно, что происходит на съемочной площадке. Съемки длились весь день и практически всю ночь. Детей пригласили к 14:30 и отпустили в 11 часов вечера. Вот так вот оно, сниматься в кино. Кино пилотное, насколько я поняла, и называться будет «Купцы и дети». Втихаря ребята, конечно, делали селфи. Естественно, ребятам хотелось сфотографироваться с какими-то актерами. Им удалось это сделать. Но в основном фото и видеосъемка была запрещена. Я что-то за сапоги, но мне какие-то предлагали непонятные валенки. Нет, даже не валенки. Ну, такую непонятную обувь, но она очень удобная. Потом какие-то сапоги, они, я сказала, они мне большие, и вот нашли что-то, и мне это... Ну, они... Ну, наверное, они тонкие, но у меня колготки, и мне сказали, что вот сейчас мы положим туда стирки, которые со временем нагреваются, и уже прошло какое-то время с тех пор, как и меня одели, и я чувствую, что у меня ноги горят, потому что эти стирки разогрелись, а мы еще стоим в помещении. Поэтому кадров со съемочной площадки у меня нет. Но вот то, что я могу показать.